10 октября Государственный департамент США проведет форум по блокчейну Eventbrite. Как сообщает Cointelegraph, встреча состоится в центре Джорджа Кей Маршалла, Вашингтон, округ Колумбия. А организована она по инициативе группы Blockchain at State. Основная цель форума – рассмотреть как политические последствия, так и потенциальные возможности использования блокчейна в контексте дипломатических усилий США. Помимо этого, будет проведена лекция о потенциале применения блокчейна в вопросах глобальных проблем. В мероприятии примут участие IBM, Microsoft, PricewaterhouseCoopers, Consensus и другие фирмы. Известно, что основным докладчиком будет высокопоставленный чиновник США. Помимо этого, на Eventbrite выступят бывший президент Эстонии Томас Ильвис и главный директор по информационным технологиям Госдепартамента США Фронтис Виггинс. Отметим, что это второй блокчейн-форум при участии Государственного департамента в этом году.